Τον Οκτώβριο του 1981 ο Ανδρέας Παπανδρέου άνοιξε το δρόμο όχι μόνο για την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης και τον τερματισμό του δράματος της προσφυγιάς δεκάδων χιλιάδων αγωνιστών οι οποίοι βρήκαν καταφύγιο στις σοσιαλιστικές χώρες, ταυτόχρονα απέτρεψε και μια νέα φοιτητική προσφυγιά αυτή τη φορά, αφού δύο εκατοντάδες Έλληνες φοιτητές βρεθήκαμε σε σοβιετικά πανεπιστήμια ανυπότακτοι από το στρατό, αφού τα σοβιετικά πτυχία δεν αναγνωρίζονταν στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση του Πασόκ όχι μόνο τα αναγνώρισε, αλλά από το Σεπτέμβριο του 82 έστειλε μερικές δεκάδες δικούς της νεολαίους να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια της Μόσχας, του Κιέβου, του Λένιγκραντ. Στη Ρωσία, από τη σύγχρονη Ελλάδα, πολύ λίγες προσωπικότητες έγιναν ευρύτατα γνωστές στον πολύ κόσμο. Και όλοι σχεδόν συνδέονταν με την εθνική αντίσταση για τους δημοκρατικούς αγώνες τους. Ο Μανώλης Γλέζος, παλιότερα, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Χαρίλος Φλωράκης τα χρόνια κυρίως της Χούντας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ως ο Έλληνας σοσιαλιστής ηγέτης με πρωτοβουλίες για την παγκόσμια ειρήνη. Мы сожалеем и скорбим и выражаем глубокое соболезнование греческому народу, правительству, что все потеряли. Я не думаю, что греческий весь нормальный люд, как у нас говорят, потеряли видного большого государственного деятеля. Это для всех нас потеря. Мы его хорошо знали. У нас были очень хорошие отношения. Мы знаем его отношение к России. И мы просто сожалеем. Мы выражаем глубокое соболезнование. Я вот только что от Бориса Николаевича, президент выражает глубокое соболезнование греческому народу, семье, естественно, близким, родным, правительству. Наши отношения всегда характеризовались. И он в них очень многое вложил. Понравил. Очень много. И... Мы сожалеем. Поэтому я все души еще раз выражаю соболезнования. И убежден, что наши отношения всегда будут с греческим народом, с Грецией, всегда хорошие. Мы два народа так близки всегда, и в трудную минуту всегда были близки. Мы и сейчас это будем, и сейчас мы все сделаем для того, чтобы... Ο διεκδικητής της Ρωσικής Προεδρίας στο δεύτερο γύρο των εκλογών, Γεννάδης Ζιουγκάνοφ, επισκέφθηκε την ελληνική πρεσβεία και υπέγραψε στο βιβλίο συλληπιτηρίων, ενώ ταυτόχρονα έκανε δήλωση με ιδιαίτερο νόημα και για τον αριστερό χώρο στη Ρωσία, αποκαλώντας τον Ανδρέα Παπανδρέου εξέχοντα παράγοντα του παγκόσμιου σοσιαλιστικού κινήματος. Ανδρέας Παπανδρέου, я считаю, один из самых выдающихся и видных деятелей социалистического и социал-демократического движения планеты. Человек, который всегда думал о дружбе с нашей страной, с нашим народом, который всегда смотрел вперед, очень много сделал для того, чтобы наши отношения укреплялись. Я вот видел, как вела греческая делегация в Совете Европы в ходе приема России. Вот. И чувствовал, что в этом поведении, в этом отношении огромный ее личный вклад, потому что он с симпатией относился к России. Я хочу заявить, что мы будем все делать, чтобы развивать дружеские отношения с Грецией. И уверен, что у нас хорошие перспективы на будущее. Вы лично были знакомы с Андреасом Пападреевым, тем более вот когда творилась перестройка, как раз он был премьер-министром. Как вы оценили бы его деятельность в те годы? Ну, я очень высокого мнения о деятельности Андреаса Папандреу, прежде всего в Греции. Известно, какую борьбу он возглавил, какое движение возглавил. И в результате это привело Грецию к демократии и к сегодняшним ее поискам к обустройству жизни в интересах Греции и граждан Греции. Поэтому для меня это, несомненно, очень важный пример служения и народу, демократии, приверженности демократии. Ну, а кроме того, мы были друзьями и, можно сказать, единомышленниками. Мы хорошо понимали друг друга. Есть беседы, которые не записаны, никому не известны. И мы договорились, что они останутся между нами. В частности, последняя беседа. Мы тогда говорили и
о Греции и России, говорили о Европе и о мире. И у нас было полное совпадение на этот счет взглядов и оценок. Я высокого мнения об этом человеке. Да, действительно выдающийся сын Греции. И на солнце пятна бывают. И тем не менее, это крупная величина. Я очень высоко ценил в нем не только его позиции, его взгляды, но и его приверженность дружбе между нашими народами. И он много делал для этого. И в годы перестроечные я все время ощущал эту поддержку. И, может быть, одной из крупных акций было выступление «Шестерки», когда мы в дискуссиях и в поисках с Америкой искали способ, как поднадавить на нашего партнера с тем, чтобы заставить вести реальные переговоры по ядерному разоружению, ибо опасность ядерной войны буквально уже где-то виделась нами на горизонте. Вот тогда и Ганди, и Папандреу, и Пальмы, и Альфонсо из Аргентины, Альфонсин, и Мексика. Вот эта шестерка, это были очень люди влиятельные в мире, и они, объединившись, тогда сделали крупное и важное заявление, которое не потеряло свое значение и сейчас. Так что Андреас Папандреу принадлежал действительно числу очень влиятельных, известных в мире людей. И это счастье Греции, что в трудный период выхода из известного периода, связанного с периодом черных полковников, во главе стоял такой человек, который привержен и близок к народу. Поэтому я глубоко скорблю, выражаю свои искренние соболезнования всем мужчинам, женщинам Греции в связи с уходом из жизни Андреаса Папандреу. Запомнилось ли у вас какой-нибудь эпизод из вашей личной встречи? Ну, знаете, мне запомнилась встреча, когда он оказался снова в оппозиции, и я был по приглашению Мицотакиса в гостях у вас, и было много встреч, а потом была встреча у него на дому. Это была ночь, и я увидел, каким авторитетом пользуется этот человек, ибо собралось столько прессы, по-моему, больше, чем вообще ее в Греции есть. Наверное, это и мировая пресса и так далее. Я почувствовал его влияние и авторитет. И это запомнилось, та вечерняя встреча наша. Ну, тогда он еще был активен. Вот вторая встреча, я уже видел его. И это мне еще, может быть, острее врезалось в память. Видел, с одной стороны, физически он уже был ослаблен очень сильно. С трудом передвигался. Он меня ждал, я подошел, мы встретились у него на дому. Но я был поражен ясностью ума, ясностью мысли. Потрясающе просто впечатление. Да, мы понимали друг друга. Мы понимали. Хорошо понимали. Ένας από τους πολλούς που ήρθαν σήμερα στην πρεσβεία εδώ στη Μόσχα να αποτίσουν φόρο τιμή στο μεγάλο Έλληνα πολιτικό και ο ισχυρός άνδρας της Μόσχας και της Ρωσίας, δήμαρχος Γιούρι Λουσκόφ, ο οποίος πρόσφατα επανεξελέγει με ποσοστό 90% ο άνθρωπος που το όνομά του παίζει στα σενάρια ακόμα και για πρωθυπουργός της Ρωσίας. Я хочу сказать о том, что москвичи глубоко скорбят по поводу утраты, которую понес народ Греции. Кончины виднейшего политического деятеля Греции Андреаса Папандреу. И я могу сказать о том, что с Папандреу связана целая эпоха жизни не только Греции, но и Европы, и всего мира. Эпоха движения народов по пути демократического развития, по реализации принципов мира и тех идей, которые были связаны
с самыми главными задачами, которые когда-либо решало общество, идеями социального развития, идеями прогресса. И, конечно же, все москвичи глубоко скорбят и память будут хранить об этом крупнейшем политическом деятеле мира всегда. Σύσσωμος ο ρωσικός τύπος αναφέρεται σήμερα στο χαμό του Ανδρέα Παπανδρέου. Η Ελλάδα ορφάνεψε, γράφει η Σιβότνια, αναγγέλλοντας το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και σε άρθρο της τονίζει ότι η πάλι για την πολιτική διαδοχή της πιο φωτεινής πολιτικής προσωπικότητας τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα άρχισε πριν ακόμα αυτός πεθάνει. Ο Έλληνας ήρωας με πολυάριθμους φίλους και άλλους τόσους εχθρούς τον χαρακτηρίζει η Commerçant Daily. Η Ελλάδα θρηνεί, τυπλοφορεί η νυζαβίσιμα Εγκαζέτα, η οποία εκτιμά ότι με το θάνατο Παπανδρέου κλείνει μια ολόκληρη εποχή για την Ελλάδα. Και ακόμα ο μεγάλος φίλος της χώρας μας, Ρώσος Πατριάρχης Αλέξιος ο Δεύτερος, έμαθε για το χαμό του Ανδρέα Παπανδρέου βρισκόμενο σε επίσκεψη στη Σιβηρία. Αμέσως επικοινώνησε με τη ρωσική πρωτεύουσα και αποφάσισε να στείλει στην πρεσβεία ολόκληρη αντιπροσωπεία αρχιεπισκόπων να τιμήσουν και να ψάλουν το μεγάλο απόντα. Από τη Μόσχα, Δημήτρης Λιάτσος για την ελληνική τηλεόραση.